Здравствуйте, дорогие садоводы, посетители нашего сайта «Садовый мир». Сегодня мы в гостях у Светланы Ивановны Калашниковой в ее замечательном саду. У нас будет несколько видеороликов. Мы расскажем и про цветы, и про дизайн, про розы, про ирисы. Посмотрите, если кому интересно. А начнем мы свой рассказ с ее теплицы. Она совсем здесь небольшая, потому что основное внимание уделяется все-таки декоративным растениям. Но вот, как говорится, в руках мастера все хорошо растет. И вот посмотрите, сегодня у нас 16 июня. Вот уже висит такой урожай крупных достаточно помидорок. Там вот в стороне уже желтеют, краснеют помидорчики, и огурцы уже собирают. Вот здесь какие-нибудь есть секрет, Светлана Ивановна? Ну, здесь в основном, мне кажется, вот успех заключается в том, что я делаю теплые грядки все-таки. Осенью, поздней осенью, когда собран весь урожай, я делаю рою траншейки такие небольшие и закладываю туда весь, ну, весь мусор, можно сказать, траву, растительный мусор. Вот, потом закапываю это все вот земелькой. И по весне это все начинает перепревать. Высаживаю когда томаты, им там тепло корешкам и питание еще дополнительное. Вот я думаю, что все-таки вот в этом основной заключается успех, в том, что помидоры все-таки, томаты созревают раньше, чем у многих других садоводов. Вот посмотрите, еще здесь посажены бархатцы. Это совершенно не случайно. Для чего это вы сажаете? Ну, считается, что бархатцы отпугивают вредителей, особенно белокрылку, с которой очень тяжело бороться в наших садах. Ну да, вот. Такая мелочь. Это неубиваемая насекомая. Вот, ну, потому что высаживать. Цикл размножения такой, она очень быстро размножается, и препараты приходится применять многократно. А вот на таких скороспелых культурах, особенно как и огурцы, и вот помидорчики друг за другом поспевают, то есть это не очень хочется делать. Ну вот, и еще, наверное, здесь очень хорошее проветривание вот идет, тоже, наверное, меньше болезней, да? Проветривание, вот томаты ведь они любят открытые ноги и закрытую голову. Поэтому вот эта теплица, мне жалко с ней расставаться, с пленочной теплицей, потому что в жаркое время суток я открываю, приоткрываю торца, и томаты завязываются. Вот сейчас очень многие жаловались, что стояла жаркая погода, и томаты не завязались, а у вас вот все прекрасно. Все первые кисточки, вот особенно так, самая жаркая была пора, когда вот все-таки завязались. Понятно. Ну вот еще скажите про сорта. Вы какие-то свои отбираете, уже из своих семян сажаете? Ну, в основном, да, из своих семян. Ну, как и заядлому садоводу, хочется, конечно, попробовать что-то новое. Вот в этом году я первый раз, хотя сорт вроде бы не очень новый, но вот посадила розовый мед. В общем-то, довольна очень сортом. Розовый мед – это вот эти вот, да? Да. Еще на что я хочу обратить внимание, в один ствол формируются все томаты, да? Нет, не обязательно в один. Можно вот… Сначала это в один, конечно, идет, потом вот идет, видите, раздвоение. Ну, вот один-два ствола, но да. В один ствол пускается для того, чтобы пораньше получить какое-то количество томатов. Это несколько буквально растений. В основном в два стволика я пускаю. Ну. И вот я еще что хочу обратить внимание, везде посмотрите, пасынки все удалены. Вот только маленькие где-то вот тут нарастают, и Светлана Ивановна их здесь вот так вот быстренько удаляет. Я хочу извиниться перед нашими садоводами. Светлану Ивановну вы в кадре не увидели, она у нас оператором является. Вот, поэтому ее голос только за кадром. Спасибо за ваши советы. Смотрите наши видеоролики дальше.